Выгнали меня из квартиры. Теперь занимаюсь на балкончике. Здесь еще ремонтик у нас немножко. Вот. Блин, оса летает. Вот. Что хотел сказать, короче. Давно видео не было про мой самокатик. Наконец-то собрал батарейку. Вот. Как я уже говорил, годовалая батарея это из элементов от БУ аккумуляторных элементов для ноутбуков. Вот. Будем тестить ее, но она показалась очень хорошо. Вот сюда также влазят два аккумулятора для гироскутера. Вот. Поставил на такую планочку, здесь закрепил. Все четко, все классно. Поставил амортизаторы. Здесь, для того, чтобы аккумулятор немножко ходил вот так, мягенько. Вот, и не было такой большой вибрации на сам корпус аккумулятора. Это, соответственно, мы пропитываем все клеем ПВА. Уже нормально практика была. И красим черный цвет. Вот, осталось мне только сюда коробочку под контроллер сделать и все. А так все это дело. Вот здесь у нас зарядочка. Вот, ну, стандартная обычная схема. Просто руки все не доходили. Наконец-то собрали.